Добрый день. Еще одни наушники от фирмы Xiaomi. Тоже кабель типа лапша. Эти наушники стоят на пару долларов больше, чем наушники, это так называемое цветное издание, молодежное. По коробочке. Коробочка чуть-чуть отличается, ну как не чуть-чуть, а даже заметно. Кабель, длина кабеля такая же, звучание я, честно, не отличил, поэтому, по большому счету, переплачивать можно только вот за дизайн, да? Да, смотрится по-другому. Я специально взял другого цвета, не черную, чтобы не смешивалось. Микрофон, штекер, кабель, все одинаково, на мой взгляд. По комплектующим здесь даже меньше на одну пару вкладышей, чем у цветного издания. Тоже они были упакованы в этот мешочек. Вместо бумажки, которая здесь идет, идет такая вот пленочка. И уже мини-книжка вместо картонки. Тоже присутствует проверка по QR-коду. Ссылку, куда ведет, она я оставлю в описании. Думайте сами, решайте сами, стоит ли вам переплачивать. Да, они такие металлические, прикольные. Наверное, если уши большие, да, то будут нормально смотреться, потому что по размеру они чуть-чуть больше, вот если сравнивать. Незаметно, но сейчас вот возьму два. Тоже на правом наушнике, хотя может быть и не сильно это отличается. Тоже на правом наушнике находится микрофон, с помощью которого можно мотать вперед-назад, отвечать на звонок. Кнопочка рядом с микрофоном отвечает на звонок. Последний набранный набирать. Настраивается в эквалайзере. Ну, звучание как звучание. 32 Ом. 1,25 м написано. На самом деле 1,20 м там плюс-минус. 14 грамм. Они даже на 1 грамм почему-то легче. Хотя вроде как металл. Кстати, насчет металла можно проверить. Можно проверить магнитиком. Нет, не особо они металлические. Больше лепится, наверное, к динамику. Вот. Я для себя решил, что мне эти ближе наушники. Всем удачи, пока-пока. Ссылка в описании на продукт и на то, куда ведет QR-код. Браво проверенного продавца. Я считаю, что это оригинал.